Ребята, продолжаю находиться в этом Green Acres Nursery и хочу показать вот здесь как раз на заднем плане вот этих саженцев фиговых деревьев земляничное дерево. Вот смотрите, как оно красиво цветет и одновременно на нем есть плоды. Эти вот плоды, и вот они спелые. Говорят, даже они съедобные. Сейчас я вот попробую, ребят. Вот такие красивые плодики. Реально выглядят как земляника. Я, кстати, у себя садил дерево, оно у меня не пошло. Оно очень красивое, само по себе очень декоративное. Посмотрите, какой ствол у него. Такое, ветки гладкие. Коры практически как бы не ощущается, кора. Вечно зеленое дерево, посмотрите, какие цветы шикарные. Они разные виды есть, разные виды. Есть карликовые, есть такого стандартного размера. Но очень классно. Давайте сейчас попробуем это земляничное дерево. Ну, съедобное. Съедобное, приятненькое на вкус, ребят. Я совсем недавно нашел информацию, что оно в реале съедобное. Приятненькое, сладковатое. Консистенция. Не сочная, как бы. Но приятная, сладенькая. Вполне съедобная. Вполне съедобная.